Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В городских квартирах состоялись съемки очередного концерта «Школа актерского мастерства». Тема концерта – Индия. Марина Африкантова пишет: «У нас сегодня с Андреем бенефис. Мы были в главных ролях во всех сценках и еще танцевали в танцах. Нас похвалили и сказали, что мы большие молодцы». Элен Каминская помирилась с Андреем Назаровым. Тата Абрамсон вместе с отцом будущего ребенка Валерой Блеменкрансом съездила в перинатальный центр. Она встала на учет и сдала анализы. Глеб Жемчугов на острове любви не скучает. Он общается с Машей Ильиной, а также на Сейшелы приехала его подруга Марина Мексика. «Люблю эту девочку до безумия», – пишет Жемчугов. «Люблю, но не хочу, чтоб никто ничего лишнего не подумал». Артур Ратнер встретил Лизу Кордобовскую после прилета девушки с острова. Они проводят вместе время в Москве. «Он меня жутко бесит», – пишет Лиза. «Но что поделать, любовь зла, полюбишь и Артура». Либерж к Падону призналась в своей алкогольной зависимости. Этой осенью по причине больших долгов она была вынуждена закрыть ювелирный магазин. Она пробовала найти утешение в алкоголе, пила неделями, будучи в депрессии. Она обратилась к целительнице. По ее рекомендациям, Либерж будет соблюдать рождественский пост, а также пройдет пару спиритических сеансов. Также в сети обсуждают слухи об измене Димы Тарасова. Появились новые доказательства того, что Тарасов и Ушакова на самом деле вместе. Очевидец, который живет в том же жилом комплексе, что и футболист, увидел, как Тарасов выходит в сопровождении Анны Ушаковой. И в тот же момент Оля Бузова, которая была в Санкт-Петербурге на открытии мероприятия, обратилась ко всем женщинам с просьбой никогда не уводить мужей от жен, чем лишний раз подтвердила слухи об изменах своего мужа. Кристина Лисковец рассказала подписчикам о своих мечтах. «Я четко знаю, чего хочу. Хочу крепкую семью, большой светлый дом, стабильную работу, которая будет позволять путешествовать. Хочу маленькую кроху. Очень хочется иметь свой маленький мир, в который никто не смог бы залезть». Подписчики комментируют: «Маленький мир, куда никто не лезет, и фотоотчеты в соцсетях – это несовместимые вещи. Не надо сидеть в соцсетях, выкладывать посты, а жить реальной жизнью». Бывшая участница проекта Настя Лисова решила пойти учиться на телеведущую в школу Останкино. «Давно хотела», – пишет девушка, – «и наконец свершилось. У меня есть небольшие пробелы и в речи, и в подаче, которые необходимо заполнить. Тут реально крутые преподаватели, настоящие легенды телевидения». Александр Вейс отомстил Владу Кадони за то, что тот выгнал его с проекта. Вейс опубликовал такой пост: «Пришло время рассказать правду, почему я ушел с проекта. На самом деле, Владик не одну неделю намекал мне на симпатию. Он не сдержался и подарил букет при всех на лобном месте. Мне пришлось уйти, чтобы не портить свою репутацию». За Кадони заступилась Саша Гозиас. «Это вранье, Влад мужчина правильной ориентации, у него есть девушка. Вейса же выгнали, так как он тухлый участник, который теперь за счет Кадони пытается оправдать свой уход». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.